что вы так долго все говорили про Малахова, я там ждала. Это ведь нас чистокровный цыган, понимаете? Это же вы же ведь черный. Я раньше работала немножко с ним, лобала чуть-чуть. Сейчас я одна, ну-ка, кстати, не одна, со своим племянником. Он выйдет немножечко попозже. Это мой племянник Жасминчик. Ну ладно. Шоу масть. Ого, он. Долгожданный гитарист.